И вы на моем канале. И сегодня я буду открывать такую доску. На этой доске надо назвать фломастером и клеить разные записки на вот такие магнитики. Я ходила в магазин, купила кучу всего, которое я уже показывала в своем видео. Я показывала в видео уже то, что я купила. Но я приступила к открыванию. Тут есть такие еще крепления. Железные крепления, на которых можно не весить на стенку. Угу. Ты откроем? Я уже жду, очень хочу. А, это Катина мечта, иметь такую доску. Ну, у меня была доска, но она была просто, она... Давайте я помогу, здесь проколю пальчик. Да не, не надо, не надо, нет? Не надо, вот здесь. У нас ножницы. Не надо ножницы, я хочу сама открыть. Вот, видишь здесь? Она как картина, вот. Да? Класс, вот это вообще крутой момент, как так делать. Правда? Угу. Ты тоже любишь? Да. Как в школе. Ой, она такая гладенькая. Правда, у нас была такая грубенькая чуть-чуть. У нас другая была совсем. У нас были уже доски. Были мольберты разные. А вот это надо еще снимать, да? Еще защитная пленочка. Ну, ее надо снимать, да? Угу. Наверное, по ней не будет рисовать. Ну, в общем, сейчас мы посмотрим. Сейчас мы попробуем. Разбираться мы не будем, потому что знаем уже. Да, купили мы в магазине Алькампо. Ашан. Да, это Ашан. По-нашему Ашан. На Украине, в России называются эти магазины Ашан. В Испании называется Алькампо. Вот, смотри, здесь два магнитика. Может, мы еще прикупим чуть-чуть? Ну, все нужно будет. Ой, а какой там фломастер? Какого цвета попался? Черного. У нас у них у всех черный. А кто не любит школу? Пишите в комментариях. Все любят школу, Катя. Давай напишу, например. Ставьте нам лайкусики. Без ваших лайкусиков у нас не будут выходить новые видео. Да. Это очень важно. Давай наберем 3 лайка и выйдет новое видео. Подписывайтесь на мой канал. И всем пока.